Рождество, таланты и творчество. В Центральной детской школе искусств подвели итоги учебного года. Более 300 ребят в этот день получили заслуженные благодарности и грамоты. В этом году мы завоевали свыше 1500 наград. Это ребята, которыми мы гордимся. Они представляют музыкальное отделение, художественное и хореографическое. В течение года ученики учатся разному мастерству – вокалу, танцам, изучают современное искусство. При этом успешно выступают на разных всероссийских и международных конкурсах. Поэтому вполне заслуженно, что Центральная детская школа искусств признана лучшей в России. Желаю, конечно, хорошо детям отдохнуть летом, чтобы осенью с новыми силами, с новыми желаниями идти поставлены перед собой цели. Праздник, как и полагается всем творческим коллективам, прошел с песнями, танцами. Зал замирает от звуков чарующей музыки. На сцене Алена Сметанина, самая маленькая участница концерта. Ей всего 8, но, несмотря на юный возраст, Алена уже не новичок в своем деле. Без слов достаточно сложно, ее нужно играть с чувством и с хорошим звуком, ну, как остальные песни без слов, наверное. Ну, это, наверное, самое сложное произведение пока в моем репертуаре. Юный певец Никита Парандюк занимается в детской школе искусств 4 года. Рассказывает, музыка в его жизни занимает большое место. В своей копилке имеет несколько значимых наград. Я участвовал в конкурсе Ермолова. Там я занял, получается, 3-е место. Я был номинантом на гран-при. Пою на русском и на английском языке. В целом это несложно. Просто надо хорошо выучить текст, и все пойдет как по маслу. Позади год серьезной учебы. У каждого из присутствующего в зале своя цель. Но путь к успеху непрост. Добиться высоких результатов ребятам помогают труд и постоянные занятия. И, безусловно, те, кто всегда рядом – талантливые педагоги и наставники. Есть большое количество талантливых детей, которые не добиваются успеха, потому что им хочется всего сразу, хочется, чтобы сразу все получалось. Они сталкиваются с первыми трудностями и бросают. В основном те дети, которые шаг за шагом, преодолевая себя, преодолевая свою лень, идут к заветной мечте, вот они достигают каких-то успехов. Каждый год Центральная детская школа искусств зажигает новые звезды. Они прославляют не только наш городской округ Химки. Их имена звучат сегодня и на международном уровне. После летних каникул эта школа вновь распахнет свои двери для всех тех, кто неравнодушен к искусству и творчеству. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.